В гости по делу. У людей бизнеса по-другому и не бывает. В Цивильске представители регионального отделения «Деловой России» собрались на выездное совещание. В этом городе свой бизнес ведет один из представителей общественной организации Дмитрий Порфирьев. У него семейное дело по производству дверей. Сейчас Сергей Дмитриевич поделился, что полгода они ездили в Москву на учебу, и у них продажи поднялись на 10 миллионов рублей в месяц. Было 7, стало 17. То есть это солидно. Именно мы подсмотрели идею продаж. Вот это основа всего любого предпринимательства сегодня. Продажи, заказы, корпоративная политика – общие темы для всех бизнесменов. Общаясь и изучая, как организована работа у коллег, предприниматели сравнивают с собой и подмечают удачные решения, которые можно применить на практике. При этом на прямые вопросы получают честные ответы. Как с заказами у вас? Ну, знаете, с заказами… Вот почему-то вот сейчас рынок нестабильный. В данный момент, третий месяц, идет какой-то спад. Ну, мы не знаем, с чем он вызван, непонятно. То есть это все наши коллеги, там, кто в этой отрасли работают, и все говорят, что какой-то идет спад, непонятно. У нас очень сильно и мощно, я бы сказал, развита техника безопасности. Мы на это очень сильно акцентируемся. Ну и еще мы обучаем людей. Из собственного опыта, из собственной практики я знаю, и я понял, что когда я развивался и работал в других отраслях, мне не хватало образования. То есть я был нацелен на самообразование, но не все люди нацелены на самообразование, не у всех хватает мотивации. Поэтому мы создаем условия такие, чтобы наши люди, наши сотрудники развивались. На заседании предприниматели обсудили предстоящие изменения в законодательстве и вручили свидетельство новобранцам общественной организации «Деловая Россия». Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика.